в среду. Вика, а это что такое? Кость, в общем, я уезжаю. Мне предложили работу в нефтяной компании. Ей стоило осторожнее бросать свои взгляды. Вон она, твоя судьба. Ты узнаешь ее по родимому пятну на левой щеке. Виктория Васильева, наш эксперт по истории. Добро пожаловать. Никому не под силу устоять перед шармом пленительного Востока. Ты видел родинку той русской? Да, и что? Совсем как в предсказании. Девушка из северной страны, которая изменит мою судьбу. Но предсказание сбывается тогда, когда в него твердо верят. Кажется, начинается песчаная буря. Мы же можем погибнуть. Вика уехала в командировку. Должна была вчера вернуться. Там перцы при бабосах такие. Я бы Вику не отпускал с ним. Жребий выпал, но с ним всегда кто-то не согласен. Хахаль пусть едет, а она должна остаться. Я все сделал. Куда она без паспорта денется? Я, пожалуй, поеду домой. Максут! Максут! Полина Максимова, Роман Курцен и Павел Майков в многосерийном фильме «Принцесса Севера». В среду на ТВ Рус.